51 признак. Появление дара речи у зверей и неодушевленных предметов. Абу Хурейра рассказывал. Однажды волк подкрался к пастуху и схватил одну овцу. Пастух напал на него и вырвал овцу из его пасти. Волк поднялся на холм, сел, поджал хвост и сказал: «Я лишь пытался найти пропитание, которое создал для меня великий и могучий Аллах, а ты отнял его у меня». Пастух сказал: «Клянусь Аллахом, я никогда прежде не видел волка, который умеет разговаривать». Волк сказал: «А я удивляюсь человеку, который живет среди тех пальм, что расположены между двумя хирами, и рассказывает вам о том, что уже произошло и что произойдет после вас». Этот пастух был иудеем. Он пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и поведал ему о случившемся. Пророк подтвердил правдивость его слов и сказал: «Это один из признаков судного дня. Близок тот час, когда человек будет выходить из дома, а по возвращении его обувь и кнут будут рассказывать ему о том, что делали домочадцы в его отсутствии». Это чудесное пророчество не должно удивлять людей, потому что Всевышний Аллах сказал: «В тот день, когда врагов Аллаха соберут перед огнем, их будут гнать, пока они не достигнут его. Их уши, глаза и кожа будут свидетельствовать против того, что они совершили. Они спросят свою кожу: „Почему вы свидетельствовали против нас?“ Те ответят: „Нас заставил говорить Аллах, который дарует речь всякому существу. Он сотворил вас изначально, и к нему вы будете возвращены“.